Все. Нет, ты не будешь так говорить. Рот закройте, сейчас прям здесь шатаешь. Эй, Мухаммад, за языком следи, не надо меня оскорблять. Блин, вот ты, давай, давай. Ты что, остановись? Пойдем, да, отведи, зачем разговариваешь так, Мухаммад? Пошли, отведи, пошли. Винлайн представляет! Титаны UFC. Безжалостные бои. Эмоции, доведенные до предела. Все это в приложении Винлайн. Официального спонсора UFC. Только здесь. Эксклюзивные трансляции. Подробная статистика боев. И ставки в одном разделе. Смотри и ставь в приложении Винлайн. Ну что, приветствуем всех. Это очередной выпуск «Братьев рейтинговых». Со мной мой братик, которого я так люблю, Мариф Пираев. Мы наконец-таки опять будем вместе для вас снимать этот подкаст. И боец хардкора, и мой друг Алавсет Мамиев. И мой враг номер один Шамиль Галиев. Мой предатель номер один Шамиль Галиев. Здесь мы собрались для того, чтобы обсудить реалити-шоу в Таиланде. Вот. И Мариф в этом реалити-шоу будет капитаном, который позже схлестнется на стадионном турнире. А с кем я берусь? Ну, это я пока не могу огласить. Ты знаешь, что мы не можем это огласить? Я тоже не знаю. Узнаешь. И Шамиль Галимов также участник этого реалити. Помимо Шамиля там будет достаточное количество звезд. Альфредо, ты слова подбирай, пожалуйста. Значит, чего? Предатель, не предатель. Но я же по факту сказал. Ты не по факту сказал. Я по факту сказал. Я выиграл этот бой. Ты этот бой взял, тому пацану отдал. И все. Что какой по факту? Про какой бой говоришь? Как про какой бой? Про бой с Шавхалом? Шавхал тоже в боксе себя не теряет. Однозначно. Неплохо. Галимов действует. Не, больше хвалят. Организация, то, что я сказал, что ты предатель, это вообще одно. Это причина тому, что Павлин, я не предатель. Я просто увидел твое лицо и сказал ассаламу алейкум тебе, и все. Вот и все. Ну понял, то, что ты кинул на деньги, не предатель, то, что ты. А какие деньги кинул? Да то, что ты 2-3 недели спал. То, что ты подписал, одно и то же мы сейчас говорим. Знаешь, Шамиль, весь мир по-моему знает, что ты, ну, что ты, как ты поступил, ну, грязно, весь мир знает. Давай. Весь мир не знает, как ты себя вел. Как ты себя вел. У Кимчина подкасте. Я тебе сказал, что было? Было? Кимчи что смеялся. Было? Кимчи угорал, когда ты говоришь, ну да, я подписал и всеми, всеми, просто никому не сказал. И Кимчи смеется с тебя, то, что ты поступил неправильно. А ты сейчас, для тебя как это как будто бы новость. Я же тебе сказал. Да ты там ничего не мог сказать. И тебе ему выйти. Кто? Вы вдвоем там стояли, я и тебе сказал. Слушай, все видели. Да. Че, в комментарии почитай. Вот смотри, здесь вот 20-30 человек будет спок, 50. Все скажут, Шамиль вообще подло поступил. Каждый скажет, что сейчас. Я сейчас. Шамиль, предатель... смотри, послушай это, слушай, Шамиль себе дорогу прокладывает, пока ты спишь. Пока ходя ты по спишь. Головам, да? По головам ходит. Конечно, людей, так где-то там кинул, где-то там. А как ты думал? А как ты думал? Альфредо, Альфредо, я тебе должен был процесс гонора. Прикинь, я потратил там что-то, машина, колеса. Смотри, а что, это когда сейчас дашь? Не сильно. Во, сейчас отдам. Все, пропал. Это человек, который, ну, ничего не нужно, кроме выгоды. Более того, я тебе скажу, я ему iPhone дарили, новый iPhone, бесплатный, просто, да, от души взгрели ему, короче, никто еще так говорит. И я говорю, придешь ко мне на подкаст? Говорю, да, конечно. На следующий день, за час, там, за два часа до этого, он, знаешь, пишет, заплати, там, сколько-то тысяч, или я не приду. Я говорю, ёшкин кот, я говорю, ты же сказал, ты...". Я говорю, почему у меня Фара не просит деньги, Залик и Супов не просит, а ты вот так, я говорю, которому я там iPhone, я говорю, бабки дал. Вот такого, ну, вот такого вот персонажа. А как ты думал? Ты балабол на туре, отвечай, ты балабол. За языком следить. За языком тыснуться, я не буду. Если интересно это, мы будем дальше этот момент обсуждать. Мне вообще, послушай, мне там доказывать нечего. Весь мир признал, как ты поступил. Я знаю, как оно есть, и все, я и все. Ты помнишь, сказал, что ты за меня там, за человеческое говоришь? А там, любой человек тебе скажет как-то. Я не хочу это 10 раз повторять. Как ты кинул меня? Я тебе тоже это не буду. Я не хочу это 10 раз повторять. Слова подбирай, я тебе еще раз заговорю. Я не буду сами. Было бы. Если не закончится, Мухаммад. Ну, для тебя это точно так. Нет, для тебя, я тебе так скажу. Шамиль, давай вот, ты сейчас вот это вот, что ты играешь перед камерой? Что играешь? Ты играешь сейчас перед камерой. Типа, первый раз ты услышал, что ты меня кинул, что других людей кинул, что по головам... Пойдем, не, первый раз ты это услышал, скажи мне. Первый раз ты услышал, что ты Еркаеву я одно сказал, тебя, мне я другой сказал. Я тебя, знаешь, почему? Потому что ты обиженный, вот и все. Да, не, ну... Да, я это так вижу. Ну, я уже вообще тебя, я на это вообще ничего уже не жил, мне 40. Ты поступил, ну, крисовский момент ты... есть, и мне какие не просто... Какие моменты есть? Крисовский момент есть. Крисовский момент, это у тебя образ жизни давай. Такой крисовской. Давай, давай, расскажи, поясни. Вот я поясню за свое каждое. Подписал контракт, и потом ему говорю, что я подписал. Так это не делается. Пацан в тебя вкладывает, и взять, например, увидеть какой-нибудь интересный контракт, и потерять свой разум. Я не такой мужчина.
Я, например, у меня к нему братские отношения, я знаю, если мне какое-то будет хорошее предложение, которое может как-то улучшить мою жизнь, я думаю, он не будет меня держать. Ты, мне интересно этот момент с тобой лично выяснять. Ты если ведешь шоу, веди шоу. Если ты хочешь если что-то подраться... Я тебе сказал предатель, ты зацепился, начал все подряд говорить. Мне неприемлемо предавать порядочных пацанов. Я вот видел в тебе много минусов, много плохих моментов, именно поэтому я тебе просто сказал, ассаламу алейкум, и все. Вообще, почитай комментарии. Да мне не интересно комментарии, конечно. Я знаю, главное, что ты знаешь, да, ты прав. Я все, и Всевышний знает, и ты тоже знаешь. Ты знаешь, как ты на камерах играешь. Как раз таки ты играешь, пытаешься на камерах перед людьми показать себя хорошим, а на самом деле ты знаешь, какой ты. Знаешь как, если бы Шамри Мариф у вас это не было бы неудобно. Если их спросить, вот любой человек пойдет, они все скажут уже, что я сказал. Да весь, любого бойца возьми, Никулин, Харун, этот. Бойцов промоушен, ловись промоушен. Правда, за тем, ты пытаешься людям преподнести это так. Хорошо, все, давай дальше придем. Давай, конечно, просто за языком следим. Не, за языком ты сидишь, Амир, я все правильно сказал. Я тебя не оскорбил, ничего ты неправильно сказал. Я знаю, о чем мне сам говорить. Хорошо? Все. Нет, ты не будешь так говорить, Мухаммад. Как я хочу, я буду говорить. Ты мне не будешь говорить. Я как хочу, мой я адрес, сам решу, как мне говорить. Я сам решу, как мне говорить. Я тебя считаю предателем, я тебе сказал предатель. Дальше что? Это по факту. Ты сам признал мне некоторые моменты. Ты наркоман, значит. Рот закройте, сейчас прям здесь шатаешь. Эй, Мухаммад, за языком следи, не надо меня оскорблять. Блин, вот ты тварь, а. Давай, ты что, охренел, что ли? Пойдем, да, отъедем, ты зачем разговариваешь так, Мухаммад? Пошли, отъедем, пошли. Эй, Что за гнилой момент был? Смотри, за что ты говоришь. Ты что? Сам. Эй, я подожди, же тебе не говорю то, что подожди, ты как-то кайфуешь. Ты что, охренел? Мне казалось, я не скрываю, мне по кайфу я это делаю. Вот, ты по кайфу кайфуешь. А что при этом, ты мне сейчас говоришь, мое прошлое. Мое лицо, оно не... Ты мне говоришь, просто гнил, это гнилой момент. Да чего это гнилой? Оставьте, да, это. Потом, да, тему на то. Не, подожди. Эти моменты, пацаны, давайте начнем с этого, сначала давай начнем. Ну как можно такие гнилые моменты говорить? Прикинь, вот как? Это можно убрать. Послушай, давай, знаешь, чего наше? Если эта тема началась, мы вообще собрались о другой теме, короче, да. Мы вообще, я даже не знаю, какую тему мы собрались. Я ничего не скажу. Давай, ты правильно говоришь, брат. Знаешь, в чем смысл, Шамиль? Вот смотри, изначально, вот я вижу разговор-то, я изначально вижу, как вы начали, да, как ты начинал, как он начинал с тобой вместе, да? Твой разговор поменялся, да, в плане того, я сейчас, я не его сторону сейчас держу, если я буду сейчас чью-то сторону держать, это уже неправильно, можно не говорить ни о чем. Просто разговор твой поменялся, сейчас ты уже поувереннее начал разговаривать, походу начал зарабатывать деньги, медийность появилась, да, но благодаря этому человеку, это факт, ты получил эту медийность, это все. Подожди, да, ты скажешь, я никого не хочу прибывать, понимаешь, и сейчас, пацаны, вот ты говорил, это брат, он также говорил, да, Шамиль нормальный пацан, так-то, понимаешь, эти моменты были, понимаешь, а сейчас, когда выходит эта ситуация, когда вы начинаете друг друга раскрывать ваши внутренние, я лично эти некоторые вещи не знаю и как бы не мое это дело, понимаешь, ваше личное. И, ну блин, пацаны, это вообще не красиво, нам, знаешь, неудобно. Мы сейчас что нам делать? Все вместе друг другом драться. Зачем ты это да что пытаться, я сказал предатель, даже усмехнулся, я тебе что ты сказал? Мне неприемлемо предавать, я тебе еще раз говорю, брат, ты тоже... Не, да ты что несешь, сколько людей хайпать, команда, все знают, правду, ты что, ты один... Блин, валлахи говорю, бойцу всех людей собрать, кто знает ситуацию. Ты очень давно поменялся, другим человеком стал. Ты вспомни раньше время. Меня мое положение в этой дуне не поменяет. Я какой был, пацан, что ты такой и остался. Да. Брат, поэтому... Это понятно, у меня, это у него понятно. Есть камень, но... Я вижу, что у него есть. Мы разговаривали по этому поводу, но ему не интересно, он не слышит. Либо, если ты хочешь, там момент, мы можем с тобой поговорить. Но точно ты сейчас пытаешься здесь, там, предатель не предатель. Да мы с тобой разговаривали, ты мне говорил, извини, я неправильно поступил, извини это, извини то. А сейчас что ты говоришь? Я прав, и клянусь Аллахом, ты говоришь, я там, это. Короче, видишь передачу, там ты поклялся, а здесь нет. Ты очень жестко обращаешь. Давай меньше с тобой поговорим потом. Реалити, а сами это тем. Давай про реалити поговорим, честно, пацаны, и забудем. Не то, что забудем, я понимаю вас, вы не можете забыть. 2-3 недели на связи. Я что должен был делать? Да какие? Ты же сам сказал, что потом неделя, потом 5 дней. Реально, давай. Все, давай закроем. Зачем ты врешь? Я считаю, я выиграл. Независимый судья. Послушай, независимый судья отдали победу мне. Почему решение там оставили? Знаешь почему? Потому что так интересно. Подожди, это реально? Реально, да? У меня есть решение вот здесь. Раздельным решением же ты выиграл? Да. А Шохазов тоже раздельно выиграл? Первое решение выигрывает второе. Если бы ты единогласно выиграл, поэтому... Подожди. Если бы они сказали единогласно выиграл, мы бы тебе тогда отдали. Когда с Никулиным ты выиграл раздельно, помнишь? А потом
А независимые признали Никулин, что выиграл, тебя разделили решением. И мы тебе тоже отставили. Надо туда. Почему тогда с Никулиным ты вот так, я говоришь, вот а Шавхалом так? Я вот эту картину не знаю. Эту картину я не Никулин, знаю. Тебя... И до сих пор мы ругаемся с Никулиным за этот Никулин момент. Тебя выиграл разделенным решением. Знаешь почему? Потому что по правилам, вот я сейчас повторяю перед всеми, кто думает, как он говорит. По правилам, если первое разделенное решение, и следующая судейская коллегия тоже раздельное делает, выигрывает первое решение. А если здесь раздельное, а здесь второе единогласие, только тогда присуждают с вами. Это правило. И я придумал эти правила. Этот бой по новой отправлю 30 тысяч и отдам на апелляцию от этого боя. Если он выиграл, пускай отдадут ему. Давайте, короче, о реалити, да, разговариваем. А также Никулин уже выиграл, уже чемпионский. Я что, капитан там один буду? Да, давайте вернемся к реалити-шоу. Ну что, реалити, а кто участник вообще? Ну будет два капитана, Ариф Пираев, ну второго пока не могу сказать. Будут также бойцы, ну 16 бойцов в сумме. Шамиль Галимов, там Харум Базиев. Ну, остальных, да, не буду оглашать. Есть достаточно медийных бойцов. Есть очень интересные 16 бойцы. 16 бойцов, да, 16 будет. Бойцов. Восьмой финал, четвертьфинал, полуфинал, финал. Все бои там будут, да, в Таиланде? Да, все бои будут в Таиланде. Вилла просто шикарнейшая, нереальнейшая вилла, очень кто, красивая. Кто отдыхать хочет, наверное, полетели. Нереальнейшая вилла. Гораздо лучше будет от реалити, чем первая. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, ну, вилла, вид в Таиланде, октагон, и наши бойцы будут рядом с бойцами UFC. Мы сейчас попробуем договориться, чтобы Адесанья, там где-то был тренером, где-то Алекс Волкановский. Нет, где-то Волкановский, потому что... Да, Волкановский, он там бывает. Они в Таиланде часто, вот. Знаешь, что мне интересно еще? Не то, что интересно, а чуть огорчает. Такое ощущение, что Ахмед меня подписал в хардкор, короче, чтобы меня позвал снова, чтобы дразнить, короче, что ты там не можешь драться, короче, прикинь. Ты смотришь, там вилла, я по историям посмотрел, там вилла вообще нереально, братан. Я вот человек, который, ну, особо роскошью не жил, короче, увидел, я тебе говорю, там такая вилла, как в фильмах, бывает же, американцев. Да, да, там нормально виллу сделали, честно говоря. А я думал, 8 человек будет, почему 16? Нет, 16, 8 финал, 8 человек. Я думал, что там вообще самый сгусток вот этих звезд соберется. Ну, я не скажу, что там все звезды. В любом случае, должны быть какие-то новые, да, люди. Но звезд тоже хватает. А кто будет именно? Будут, да? Пока не могу всех. Ну, с России будет или с СНГ будет? Не, с России. Ну, с СНГ тоже есть, да, пару человек. С Казахстана есть в том числе люди. Я вообще хотел, чтобы ты с Перцем был капитаном и команд. Вот. Ну, изначально. Да, изначально. Но Перц готовится к шоу. Кстати, вот как думаете, у кого больше шансов на победу? Шавхалов, Перц? Да. Честно говоря, очень такой сложный вопрос, потому что, смотри, знаешь, это как это, знаешь, вот как в спорте, да? Кто лучше подготовится? Вот, тот выиграет. Тут еще Алаусет такой момент в психологическом плане. Столько всего было сказано, сделано. Вот это тоже может надавить очень сильно. Конфликт уже год идет, да, где-то вот так получается? Я в Персии не вижу какой-то угрозы как бойца, если честно. Шавхал. Взять с рук его, да, вот, нет у него ни пластичности, ни вот этой гибкости. В борьбе я его не видел. Поэтому я здесь ставку ставлю 99% то, что Шавхал выиграет. 1% это уже... За счет чего выиграет, скажи, интересно. И в стойке, и с ног он хорош. В партере, я не знаю, в основном не видел. У Перса опыта в ММА побольше, наверное, будет, чем у Шавхала. Шавхал, он такой заряженный, как бы, знаешь, он такой голодный, он хочет, короче, ну, на самом деле. Знаешь, что заметил еще? Вот Шавхала такой типаж боец, он боец такой, да, типаж. Он, когда выходит, он прям во время боя прям все может сделать, да, и не боится рисковать. А вот риск во время боя, да, иногда оправдывает свой, вот этот, на самом деле. А Перс, он более такой подготовленный, он готовится, видно по нему там, что он готовится. И у него защита от борьбы, но здесь Шавхал не борется. Я думаю, Перс на этот бой как никогда готовится, потому что это очень принципиальный бой. У него же просто, да, определенный там поражение. А что, ну, на тебя он никак никогда не готовился, когда по боксу, а? Не, ну имеется в виду, брат, у них вот эта перепалка уже сколько идет, там, драки, мраки, вот из-за этого я тебе говорю. Я, честно говоря, когда у них бой был с Марифом у Перса, я думал, да ну это реально, что ли? Хорошее движение демонстрирует и тот, и другой, и очень резок. Мухаммед Хейбати, учитывая то, что не так давно у него была травма. Это сколько у вас, 2 года или сколько, да, полтора? Сколько насчет веса не могли разобраться. Я вообще думал, это вообще реально, нереально этот бой. Потом пришел, посмотрю в натуре, Марик еще выиграл, думаю, ничего себе, блин. Много споров еще было потом, да? Ну, да. А что у вас будет еще бой, как думаешь вообще? Я не знаю, но он хочет драться, он говорит там, опять насчет веса, там, по ММА, я уверен, он со мной никогда не выйдет. А вот еще, вот еще есть идея первый же бой сделать, например, Галимов Харун сразу, да? Как считаете, кого вы видите фаворитом в этом бою вообще? Потому что этот бой должен был быть финалом реалити, этот бой хотели мы позже организовать, и, возможно, если не в первом, то даже во втором бою, потому что, ну, сразу скажу, они фавориты. Они оба фавориты. Ну, смотри, брат, сейчас вот Харун подрался сейчас на кулаках.
Но пока по-прежнему никакого позабирает. Да, да. Центр и передней рукой фехтует. Что-то он на себя не был. У него такое ощущение, что перчатки это его. Это не его тема просто. Не, перчатки. Я говорю, вот это МА перчатки, да, его, он себя по-другому чувствует. Но у нас они дерутся в МА перчатках. Да, и Шамиль тоже прибавляет. Если так взять, он два боя выиграл. Кто фаворит, по-твоему? Блин, не знаю, братан, это сейчас вот по боксу, я не знаю. Я не Шамиль, знаю, да, сильно набрал за последний бой. Он же боксер, а ну, он уже привык. Харун но... тоже, может, сейчас, он тоже сейчас, у него тоже принципиальный бой будет вот сейчас. У них обоих был бой с Чуняевым, оба выиграли. Ну, это два разных мира, братан, смотри, бокс и перчатки, ММА перчатки, два разных мира. А кулачки, это вообще тоже, это вообще три разных спорта, такое ощущение, потому что там все по-другому, мне все пацаны рассказывали, я ни разу не пробовал, конечно. Ну, в Чингарках я понимаю, да, там, ну, и боксер, типа, я боксировал. Шамиль, вот так брат, вот, не этот, знаю. У тебя должен был быть бой с Золотым, я когда просто увидел, удивился. Да, было предложение. Уже вместе тренировались, да? Дела, да. Не знаю, с той стороны желание заявили, я тоже... Я просто был, удивился, да, когда увидел, знаешь, с одного вот, зала, у одного тренера. Как и здесь, с этой стороны, вот... А преподносит совсем по-другому, как будто, понял, я это, у меня там какая-то жажда, там что-то. Эту, он мне предложили с той стороны. Я сказал, почему бы и нет, мне разницы нету с кем драться. Если мне плоток, я буду драться. Тем более, ну, он мой близкий, в любом случае, да, я его уважаю, он человек неплохой в душе, тоже я знаю, да, какой. Поэтому захотел. Ну, я знаешь, как скажу, в любом случае, да, это спорт и... Все равно, когда бой, все равно отношения портятся. Ну, да, у да, кого-то какая-то обида остается на кого-то. Ну, когда... если это спортивный момент, соревновательный момент, и потом, а мы люди... Не, когда да, с одного зала, одно... Когда да ты... даже не с одного зала, когда просто дружишь. Когда общаешься, да. По-другому общаться начинаешь, у тебя начинаются какие-то... Ну, я не знаю, там, я просто проиграл, всегда выиграл, говорю, я да, такой человек, ну, мне я тяжело так драться. А взять Харуна и меня, угадайте, кто фаворит. Я считаю, я там фаворит. Я его обыграю и могу даже сказать почему. Потому что я больше создам причин для того, чтобы выиграть. Больше пота пролю. Я знаю его тоже очень хорошо. Он недалекий для меня пацан. И знаю, как он тренируется. В принципе, я думаю, если все знают, как он тренируется. Я немного сейчас по-другому начал тренироваться. Я, можно сказать, живу с тренером. Питание, все моменты. Утром, обедом, вечером. Короче, серьезный раза, подход. Да, три раза в день начал тренироваться. Поэтому я думаю, что к этому времени, к этому бою я подойду максимально хорошо, иншаллах. А ну этот бой, если состоится, да, я думаю, еще я посмотрим. Думаю, большая, а вы хотите сделать первый бой, да, если вот, ну... Да, вообще сразу. Хотите. Сразу? Ну, или первый, или второй а бой. А вы не думаете, что, вот, знаешь, вот с одной стороны люди скажут, да ну, одни и те же люди, как бы, не интересны, как будто одни и те же соревнования, одни и те же... Поэтому там мало таких одних. Не, на просто самом деле... Просто локация если... разная. Да? Локация разная, да, просто одно и то же будет. Вы не думали об этом, там, что там неинтересно людям будет? Нет, там 3-4 человека с того реалити, все. С того реалити. Ну, все равно это Таиланд, это чуть по-другому. Цель хотите новую, да? Да, хайфайтинг, да, как всегда, да, хочет, ну, что-то новое закинуть. Да, да, да. Потому что у нас был простой, сколько мы не выкладывали, у нас вообще, то есть, ну, огромнейший простой, ничего, да, хардкор ты, вообще... Ты и так хардкор обогнал, куда ты еще хочешь? Чем обогнал? Этим ты хочешь их там оставить? Не, ну... Хардкор оторвался вообще далеко, то есть Флойд Мэйвезер в клетке с Ульяновым... Пришел на турнир в Дубае. Сарказм, чувствуется сарказм. У нас Волконовский, Адесаня, Джон Джонс. Не, я серьезно говорю, но объективно, хардкор, если на момент реалити, где-то, ну, мы их по рейтингу обходили, не сам Сулянов. Нет, хардкор сейчас очень сильно. На момент, я помню, что ты сам сказал, что... Конечно, пацаны, там главный бой вечер, просто так, что ли, было? Все нормально, пацаны, там нормальные бойцы, че вы? Не, а так, если взять, брат... Сейчас один момент скажу. Сейчас, чтобы мне... Сулянов, ну, чтобы мне обогнать или дойти, да, до этого уровня, нужно что-то невероятное. Потому что практически более полугода я только отставал. Ты ему просто дал, да, вперед чуть выйти? Да, чуть фору дал. Чтобы что-то новое сделать, тебе надо договориться прежде со мной. Почему? Потому что я поработал над всеми своими ошибками, которые предыдущие были там. И в новой версии себя преподнесу. А ты сам знаешь, как я искренне насыпал. Я не ставлю под сомнение то, что ты сделаешь, интересно. Я не ставлю под сомнение, поэтому нам, ну, нужно, да, чтобы ты был реально. Я Ахмеду сказал, да, там, я команде сказал, ну, я увидеть не хочу, но если вы все говорите, типа, там, он нужен, мой эгоизм, ну, не может мешать, там, личным амбициям промоушена, да, там, они же не должны, грубо говоря, там, Ахмед, там, команда хайфайдинга старать из-за моих каких-то личных моментов. Поэтому я сказал, если вы хотите, типа, ну, окей, хорошо. Это на самом деле, с одной стороны, вот, хардкор — это стабильность, а хайп — это навещество.
То есть придумывают постоянно, да. Все пошло, если так, если откровенно говорить, наверное, меня после этого могут и уволить с хардкором, но ничего страшного. Я готов, да, уволиться. Есть такая тема, вот даже минутка-то, помните, как она образовалась в этом, как его, на хайпе, на конференции, когда вот Алисафа, да, с этим, с пацаном, да, подрались, потом... Также вот это реалити, да? Ну, первый вы, короче, забрали. А то, что Сулянов все хотел реалити в Таиланде сделать. Он что, повторяется за тобой? Вы не знали, что ли? Да, знал, знал. Он же хотел сделать реалити в Таиланде. Мы должны были в один момент запускаться. Но я не знаю, ну что-то... Он, по-моему, по ММА хотел, нет? Он хотел по ММА делать. Да, по ММА. Он хотел реалити-шоу и тоже в Таиланде, ту же локацию. И тоже, ну, там, идея у меня была. Просто Сулянов раньше хотел, понял, и Альфреда об этом узнал и хотел чуть раньше. Не, а вы, смотри, у вас получается... Не, у вас опять получается бокс, да, получается там, да? Бокс, печатка ММА, это наша дисциплина. Как Сулянов всегда подкалывает, говорит, это, говорит, хайповские правила, да-да-да. А у тебя вот, например, вот не то, что, как тебе сказать, вот бой, который ты хочешь... А, с кем я хочу подраться? Да, вот топ-3 скажи, мне интересно, вот просто. Блин, с кем ты хотел бы подраться. Вот. Да, у меня ты уже знаешь, подраться. Ты знаешь, кто Мариф уже, знаешь, который уже отъевшийся, уже не хочет, знаешь, как, драться, не? Один бой я знаешь, с кем хочу, вот 100%. Мне Камил обещал, ну, обещал то, что он сказал, посмотрим, поговорим. С Нариманом, чисто спортивный тренер, мы с ним, ну, хорошо общаемся. На 7-7 уже? Хотя бы 75, ну, потому что я реально не вас... И мне очень хотелось бы в спортивном плане вот провести бой чисто так. Когда вот этот бой мне очень интересен, да. А так, брат, у меня такого нету, что вот я с кем-то хочу подраться. Уже по-другому смотришь. Да, все хотят, ну, типа, подраться и... А что с этим, с Белазом подрался бы ты? Если честно, да, можно было бы. По ММА. Он злит, он там разговаривает, что-то говорит. Он говорит, что, типа, я недостаточно медийный, мне надо еще медийность чуть набрать. И потом он согласится, поэтому пока буду медийность набирать. Ты не медийный, да, еще? Да. Тебя в сторис скинут? А? Скинь да его в сторис, пусть он что-то наберет. Я отвечать не хочу. Вот, с Белазом, да, чисто вот эту тему закрыть. Знаешь, мне какой... Опять же, знаешь что, я сейчас скажу, типа, я хочу с ним подраться. Все так преподнесут, типа, вот, я, типа, этим боем живу. Мне, по сути, этот бой не интересен. Чисто бабки заработать. Да, я выиграл... Выиграл и все, это больше ему интересно, понимаешь? Uh-huh. И они там где-то, я интервью тоже видел, все наоборот написали, типа, вот там, он тоже так преподносит, что вот, я хочу этот бой. Ну, я выиграл, я ничего там плохого ни за кого не говорю, ничего, я выиграл этот бой, это бой ему больше интересен. Я знаю, как считаю, это понты, блядь. Не то, что понты, это вот от кого, от кого? Люди, да, вот, которые говорят, там, тебе этого не хватает, там, ты набери вот это, третье, десятое, uh-huh. Хотя... Он один из самых медийных бойцов, Мариф Пирай, который все знают, да, в России. И сказать, что набери этот медийку. Ну, а у тебя какие вот три боя, которые ты больше всего хотел? Мне больше всего, знаешь. Денежный. Не то, что, да, не то, что там Мариф Пирай, там, с ним подраться, там, не. Я знаю, что с ним подравшись, мне дадут много денег. И все, три бойца, единственное... Вот три бойца, кого ты назвал, с кем бой? Мариф. Это большие бабки, Мариф, да. О том, кого называйте меня Чек. Если Чек порадует, да? Это ты должен всех порадовать, да? Эмиль Наврузов. Третий, Харон, я не скажу, что Харон в любом случае бой будет неизбежен. И чтоб так интересно. А Шавхалом будет? А, и Шавхалом будет вообще четкий бой, да. Ты по боксу ходишь, Шавхалом? Ну, и Мамашках, да. Их бой Шавхалом очень интересно будет. Именно реванш или что? Реванш или по ММА будет? Реванш, реванш. Потому что Шавхалом уже все равно был. А с тобой что? Не, ну у них, видишь, там спорный момент, да, суета есть. Была, мне очень интересно, люди, по-любому. Ладно, давайте на этом закончим наш подкаст. С нами были Алсет Мамиев, Шамиль Галимов. И, наконец-таки, мы с Марифом будем заново для вас смотреть подкасты. Наконец-то мы выделили, да? Да, уже активно, уже будет намного чаще выпуски, намного интереснее. Потому что действительно одному было сложно. С Марифом в чем и сила, правильно, братья? 100%. Все. Всем спасибо за просмотр. И скоро... Ждем нового выпуска.